Это наша Грана. Степаны. Хороший перечень на Малькевича. Ой-ой, очень хороший момент. Чуть-чуть, Влад, чуть-чуть не довел. В общем, Шериф очень любит играть вертикально. Не сильно они любят контролировать мяч. Опасный момент. Нечаев, но мяча полетает. Еще одна подача на дальнюю. Здорово, Бочаров. Хорош Бочаров, подбор за Шерифом. Еще один удар, он заблокирован. И по итогу дается сейчас Батэ отбиться, подстрелов. Мяч подальше отправляет, поэтому дается Батэ отбиться. Однако атака вторым темпом на Шерифа. Еще одна подача в штрафную. Еще один удар, но это не точно. Здесь мяч свалился с ноги у игрока Шерифа, поэтому ничего опасного не было. Шерифа, это уже Кигаби. Еще одна позиционная атака от команды Роберто Бордино. Рикардиньо, но все опасный момент, может получиться, и одиночный не выходит вперед. Очень легко поспели оборону, совершенно один остался был Батэ, но здесь очень легко позволяем футболисту Шерифу развернуться. Еще одна атака, Ходоркевич, натягивается Ходоркевич, но здесь Нечаев, хороший удар блокирует, но это было вновь очень опасно в исполнении Шерифа. И поход... Ребята рисуют, видно, что индивидуально сильная линия атаки, как и у Ариса, так и здесь. Но здесь уже Рикардиньо прощает, шикарный момент был у Шерифа. Но вот продолжается атака. Продолжается атака Шерифа. И сейчас Батэ очень низко садится. Еще один удар вновь мимо ворот. Вот позволяем бить. Позволяем бить очень много футболистам Роберто Бордино. Исключается, потому что потеря случается. Мяч сразу достается Шерифу. Видим, какая нелепая ошибка Сиди Бане в очередной раз. Причем, что у Кирилла Петровича есть золотое правило, если тебя не... Еще одна атака. Еще один момент может получиться у Шерифа. Очень здорово играет Бочаров. Успевает самый последний момент так вот ногу выставить. Еще один удар. Еще один удар, это угловой для Шерифа. Да, успели вернуться наши ребята за линию мяча. Ну а снова видим хорошая передача в разрез. Зона инсайдов здорово врываются игроки. Самое против Шерифа. Еще одна передача Винисиуса. Тоже Жоао Пауло. Жоао Пауло на Винисиуса. Ой, такой удар. Да, хорошее вхождение со второго темпа. На контратаках. Но вот ни одной контратаки пока мы не видели. Жоао Пауло. Еще одна передача. Это Анкие. Кудровец спасает в этом эпизоде. Нечаев просто мяч подальше отправляет. Но вновь опасный момент. И вновь еще второго передачи. Это лучшие бомбардиры в Еврокубках. Квалификации Лиги Чемпионов. Ставит Шерифа. Анкие. Еще один удар заблокирован. Добавление. Кудровец спасает. Ну и вновь позволяем бить. Очень много позволяем бить футболистам Шериф. Бадола еще одна передача на партнера. Сумасшедшее давление от Шерифа. Мне кажется, такого даже от Ариса не было. Еще одна попытка Сиди Бане. Перерывает передачу. Еще один удар. Он заблокирован. Здесь уже Сиад Исламович. Здорово играет. Ну и Малькевич просто подальше. Но после случается потеря Сиада Исламовича. Нужно, конечно, Батэ приходить в себя. Сейчас опасно может получиться. Еще одна атака Шерифа. Это Бадола. Удар 2-0. Ну, очень легко. Куда Даник побежал сейчас? Куда он не отпускает ни на метр своих визави? Поэтому, конечно, через них тяжело. Надо понимать, что через них тяжело будет выходить. Надо искать другие адресаты. Минуту, да, ничего не произошло. Наблюдаем дальше. Бадола. Плохое смещение в зону полуфланга. Бадола. Но здесь хочется верить, что сейчас ворот, не закрутил. Да, здесь только прогноз, который в режиме лайв сейчас есть. 9.41, владение мячом. Но! Шерифа! Хороший удар. Концевой приложился на мяч на перекладиной атаке. Но, тем не менее, концевой здесь, возможно, зарабатывает первый угловой. Пока нет, концевой. Здорово! Подстрела. Боковые ножницы, но выше. Да, хороший момент. В глобальном смысле ничего. Картинка не меняется. Но хотя бы есть. Да, пристреливается и Бадола опять. Так, Бадола. Переломить, что-то изменить. Надеемся, что получится. Еще Шерифа, Рикардиньо. Такой вот заброс здесь. Ходоркевич хорош, нужно отбиваться. Малькевич, Громыко. Но вот здесь можно, в принципе, Антилевского. Обыгрывает. Все-таки обыгрывает. Но вот еще одна пытка будет Антилевского, скорее всего. И делает пас по итогу на Громыко. Но вот сейчас мяч футболисты Батэ потеряли. Но вот активное начало этого тайма. Сразу получилась хорошая контратака. Это Бадола. Бадола на Анкие, это пинок. Вот такое активное начало. Бадола, у него сегодня вообще 1+2. У Анкие дубль. Вот. Громыко, вот такая подача. А здесь мы наша Грананга, конечно, выпрыгивает. Это гол! Это гол, это шанс! Я хотел сказать Бане, но хорошо, что они... Просто пришли Еврокубков, может, Ходоркевич забивал. Да, но тут момент, конечно, что Батэ не может, Коваль поможет, поэтому... спиной, и поэтому уже Дима Антилевский и Артем Концевой есть шанс, что могут убежать, но пока мы видим, что все наши игроки своей штрафной, а оттуда даже до другой штрафной добежать, это...
отправляет точные передачи из свободной зоны. Винисиус, пас на партнера, еще один, такое смещение к центру. Но здесь уже Громык этот удар блокирует. Видение поля, конечно, и исполнение. Неплохо было задумано. Молодец, Антилео. Да, Дима опять показывает хороший объем работы. Надо возвращаться, Димочка. Антилевского здесь Нечаев предлагает свои услуги. Вновь Антилевский. Это Нечаев забегает. Антилевский. Антилевский. Зачем? Удара. Зачем? Посмотрите. Гречиха слева стоит. Разверни. Рикардиньо на штрафную. Это Винисиус. Винисиус. Но здесь сидит Бонен. Вновь мяч как могли. Так летает Рикардиньо. Еще один удар. Но это не точно. Это было опасно. Но достается Шерифу. Как это происходит, непонятно. В закулисье еще одна передача. Будет здесь удар Бадола, но это на трибуну. Спасибо, Бадола. Что мы вновь не увидим. Будем надеяться, может, в моменте какой-нибудь он использует. Хорошее забегание было Нечаева. Мог отдавать, Антилевский не увидел, к сожалению. Ну, еще один удар в исполнении Валерия Громыка. Опять Даня куда-то побежал. Второй раз подбежал. Куда? После пропущенного гола Шериф, конечно, подзавелся. На Сукури уже штрафной. Сукури, еще один прострел. Но здесь очень опасно. Нечаев мяч убивает. Удается отбиться. Но здесь, конечно, было очень остро. Здесь будет... Так. Проходит передача. И вот так вот момент получится у Шерифа. Кадаркевич. Нормально. Здесь имя... То, что надо. И здорово отдал. Давай, Денис. Денис второй. Гранатка спасает сейчас Шерифу. Классная атака. Один Денис, потом второй Денис. И это угловая для Брайтона. Мне хочется надеяться, что мы перехватываем инициативу. Хотя бы просто в там каких-то полумоментах. Но надо, это очень важно для психологического фона. Для... Если эти Громыка. Есть Громыка концевой. Здорово, на Громыка сейчас играет. И вот Валера можно бить сейчас. Ой-ой-ой! Нет, к сожалению, совсем много не хватает. Еще один момент у Батэ. Браво, Валерий Громык. Очень хорошо смотрится, ребята. Здорово, здорово. Ну, Артем, да, попадай. Сейчас бор остается за Адемо. Зукури. Удар получается. Рикардиньо. Не опасно здесь для Борисовского Батэ. Сыгран. Кстати, да, Шериф выиграл у своего прямого конкурента Петра Куб. Ну, Валера, левая нога. Угловой, угловой. Выиграл 1-0, поэтому... Неизвестно в этом эпизоде, поэтому не сумел пас сделать на концевого. Зукури. Зукури показывает Роберто Бардин. Поднимай голову, смотри в штрафную. Здесь есть Мамуэн Цане. Что это было? Мамуэн Цане забивает. Но вот здесь, честно, был Кудрявцев. Последний матч и показывает. Ну. Гречиха. Это очень неточно. В исполнении Гречиха. Уже сыграли. Рикардиньо не напоролся на контратаку. Это Бадола. Просто... Такое чувство, что только появился Бадола. Здесь офсайда нет. Янсене удар 5-1. 5-1. Дубль Мамуэн Цане. Катастрофа, конечно. Два просто...